Итак, ладно, небольшой перерыв на этом заканчиваем и продолжаем дальше. Игалмастер. Итак, дальше пойдем наконец-то качать отношения с Макото. Вперед. Как я и думал, уроки оказали действительно большое воздействие, влияние. Продюсер, ну как? Эффективные ли уроки были? Да. Это было просто поразительно. Уроки действительно приносят свои плоды. Да. Я тоже чувствую себя просто замечательно. Я думаю, что моя девичья сила также выросла. Думаю, что сейчас я смогу надеть всякие пушистые и яркие платья. Милые. Ну да. Я думаю, что твоя общая харизма, привлекательность действительно растет. Что твоя милота, что твоя крутая сторона растут. Моя милая сторона растет? Ну да. Ну да. Макото, приди в себя. Я чувствую, что моя сила... Ну, моя девичья сила действительно... Сейчас большого уровня, больше, чем когда-либо было за всю мою жизнь. Не могу дождаться, когда я выйду на сцену в каком-нибудь милом наряде. Как вы думаете, продюсер, какой из нарядов подойдет больше всего? Какой-нибудь наряд, как у принцессы? Там. Какое-нибудь розовое платье? Или может быть белое? С кружевами. Будет приятно ощущать на себе что-то настолько прекрасное, милое, аккуратное, опрятное. Или чуть более зрелое платье для того, чтобы я выглядела и более зрелой, и милой. Да, у меня большие мечты прямо. Ну и да, я думаю, что все, наверное, подойдет тебе. Хорошо, продюсер, тогда какой костюм вы выберете для меня, чтобы я выступила в соло на сцене? Подойдет Макото для соло на сцене. Так, костюм принцессы, сексуальный костюм, любой костюм. Так. Как насчет того, чтобы вообще все использовать? Один за другим. Все? Это будет какой-то показ мод. Звучит забавно. Тогда, продюсер, позвольте мне однажды действительно надеть все наряды за один день. Я постараюсь. А, за один день? Ну ладно. Ну да. Когда это произойдет, я думаю, действительно будет прекрасно.
Но в каком бы направлении ты ни двигалась, настоящая работа для тебя, Макото, только начинается. Главное, чтобы ты двигалась в том направлении, которое ты хочешь. Спасибо, продюсер. Я постараюсь. Так, тогда, пожалуйста, продюсер, позаботьтесь о том, чтобы предоставить мне работу, которую я хочу, и с которой я смогу справиться. Да, я постараюсь. Рассчитываю на вас, продюсер. Работа, которая действительно понравится Макото. Надо ее поискать. Отлично. У нас, кстати, давненько сюжетных сцен не было. Сюжет, ты где? Пора. Спокойной ночи надо. 11 ноября, ребят. 11-11. Скайрим вышел. Так, сегодня по предложению Хибики мы посетили боулинг-центр. Турнир по боулингу Луминуса. Я очень хорошо играю в боулинг, так что я никогда не проиграю. Ага, конечно. Да, у меня не очень хорошо все получается. Бросать этот тяжелый шар... чтобы бросать этот тяжелый шар, мне нужно... много учиться и учиться еще. Ура! И еще страйк. Похоже, сегодня у меня действительно хорошо все получается. Понятно. Увы, уникального ивента мы не увидим еще. Интересно, кого тут отправить-то нужно с Хибики? Опа! Днюхал миг. Сегодня. Лунар, хочешь рамен? Вон, смотри, сколько там. Возьми-ка коробочку. Ну ладно. Ух, ничего себе, у меня очень... Я очень взволнован. Я так счастлив. Спасибо вам всем. Ну ладно, рисунок еще норм. Я ожидал что-нибудь, да, похуже, как было пару раз. А, Лунар, ты уже лопаешь ролл-то? Ну, приятного аппетита. Так, сегодня у нас выступление. Ну, посмотрим. Слушайте, у нас мидлей. И мы должны набрать 156 тысяч очков. Так. Семьсот восемьдесят нужно, у нас 742. Стоп, тут опять определенные песни, нужно все вручную, да. Эта игра издевается надо мной, да? Ну да. У меня один вопрос, почему игра не может запомнить на мидлее то, что я, ну, персонажи, которые я ставил уже раньше? Потому что у нас было, по-моему, такие же песни. Ну да, Матвей, но менять их нам не дают, к сожалению. К сожалению.
Так, первый у нас танцы, второй вокал. Так. Так, дальше нужно их распределить. Сумоги. Вот так. Нет, серьезно, никак песни не поменять. А, стоп, фу ты, под эту песню же я не могу выбрать, кого хочу. То есть Макото отпадает, Хибики отпадает. Анзу тоже. Фак. А кто остается? Кохаку и... А, Тенка тоже. А, никого я не могу использовать. Блеск. Просто замечательно. Ой, сам, ага. Ну, возьму ее. Так, ну хотя бы тут можно выбирать, кого хочешь. Так, Анзу, где-то что тебя повезло. Триси, мало, мало. Разблокировали. Ну, танка неплохо. Так что ее и возьму. У нас что получается? Танцы отстают больше всего по статам. А вокал как бы вообще отлично. Так. Ну, возьмем буст на танцы. И все. Ну, файту. Ой, да, в прошлый раз тоже, как бы, казалось. Ой, ну все. А потом мы как разгромили просто всех там. Сейчас так же будет.
たします。
И это не перфект. Отлично. Господи, можно было все в одну менюшку сделать. Спокойной ночи, Юри. Есть сюжет, ребят. Итак, посмотрим, как там проходят уроки для нового коллаборационного выступления. Майни, Кохак-чан га иттета митай ни, минна то но омойде о иски суру но га дайджи да то омоу на. Как Кохак-тян уже говорила, я думаю, очень важно помнить о воспоминаниях, которые мы все имеем. Мы смогли выступить в августе без проблем, так что в этот раз, я думаю, мы тоже сможем справиться с этой задачей. Просто думайте об этом, как о вечеринке любования луной. Это все ведь легко. Так. Ну, если выбираете самые приятные воспоминания о вечеринке любования луной, то, наверное, это будет вкусный данго. О, господи. Господи, Анзутян. Да, данго определенно были очень вкусные, но я уверена, что у тебя остались еще другие прекрасные воспоминания. Да, например, звезды были такими яркими и сияющими, что жители у планеты Усами тоже были удивлены. Небо было полно звезд, а в центре находилась потрясающая полная луна. Это было по-настоящему красиво, вдохновляюще. Да, было приятно наблюдать за одним и тем же небом вместе со всеми при полной луне. Это не сейчас серьезно. Я думаю, что прекрасно то, что разные люди могут увидеть один и тот же прекрасный пейзаж и испытывать то же самое чувство. Это образ символа единства. Чтобы мысли и чувства сияли ярко, не так ли? Это так клево, то что свет луны заряжает энергией. Ну что ж, ладно, давайте начнем урок. Что ж, лучше, наверное, мне сейчас не беспокоить их. Буду ждать. А, нет. Буду ждать с нетерпением увидеть, чего они смогут достичь. Кстати, у нас там 15-16 концерта. А потом какой-то сюрприз от президента.
у нас осталось совсем немного, уже 13-е. Клево. Очень клево. Так, сюрприз у нас 18-го и 19-го вроде, да? Или по календарю. Так, ладно, сегодня у нас уроки. Посмотрим. Ну, короче, с вокалом все хорошо. А вот с танцами отстают. А с визуалом тоже все хорошо. Так, как я вижу, концерт на большое количество фанатов у нас будет еще 26-го. Ага. Ну и это, собственно, между 2-м и 28-м набрать 35 тысяч. Это фигня. Так, Анзо, что у тебя тут? Ну, в целом все хорошо, но... Так, ну, постараемся. Изи. Слишком. Ну, блин, это просто фигня. 4 раза в одну сторону, 2 в другую, 2 в другую. Ну, типа, а нельзя было там влево-вправо, вверх-вниз, вверх-вниз, влево-вправо? Вот это бы было бы жопа. С такой скоростью. Хотя через пару попыток привыкнешь. Итак, мы продолжаем с Макото и Чихай. Ну, начнем с Чихая. Ну, нуар, так и уровень сложности easy и норма для кого? Хотя я бы сказал very easy и easy. Ну да ладно. Варты, ну ладно. Так. Сегодня у Чихай самостоятельные уроки. Мирай и Кахо также принимают участие в них. Чихай-сан? Еще раз. Пожалуйста. Я думаю, тоже еще немного смогу продолжать. Хорошо. Давайте пройдем все с самого начала. Думаю, это будет последний раз, так что держитесь крепче. Да. Да.
ここまでにしましょう。二人ともお疲れ様。 На сегодня здесь всем. Хорошо постарались вы двое. Хорошо постарались. Хорошо постарались. Девочки, хорошо постарались. Вы издеваетесь? Вы все хорошую работу проделали. Продюсер Сан, хорошо постарались. Я не издеваюсь. Ну что, так, стоп. Мы смогли нормально справиться с уроком? Да, хорошо постарались. А, нет, стоп. Тут постарались, уже нету. Меня уже заклинило. Да, вы определенно становитесь сильнее. О, правда? Бугага. Продюсер Сан похвалил меня. В последнее время вы очень часто занимаетесь самостоятельными уроками, не так ли? Я думаю, что благодаря этому действительно... хороший результат виден. Это все благодаря меню уроков Чихая. Да-да. Все это, конечно, очень сложно. Эти уроки очень требовательные. Но именно это то, что нужно для того, чтобы стать лучше. На днях мой учитель вокала похвалил меня. И это все благодаря Чихайса. Ой, да нет, вы переувеличиваете. Вы смогли стать лучше, потому что вы обе действительно очень старались. Верно, продюсер? Определенно, Мира и Кахо действительно сами усердно работали, но... Так, это все результат усилий Чихаи. Это также является результатом твоих усилий, Чихая. Ты щедро делишься своими знаниями с ними и выращиваешь их. Как бы это ни звучало. Это потому что я решила сделать все, что в моих силах, но это... В этом нет ничего особенного. Но... Особенная кото дева. Так, ну Чихай, ты говоришь так, будто это действительно нечто легкое. Нет. Чихай, ты говоришь так, будто такое легко сделать. Но вообще-то нет. Не любой на такое способен. Верно. Чихай сам, как герой, который помогает всем нам. Я герой. Надо ксеногласию пересмотреть, ребят. Не знаю, почему это прямо смущает. Однако... Мне приятно осознавать, что я помогаю всем. Чихая-сан. Не могли бы вы еще немного... Еще несколько уроков нам устроить? Да, я тоже хочу больше уроков с вами. Да я не против. Но мы сегодня и так все утро занимаемся. Вы не устали? А, именно сегодня они хотят продолжить. Я... Без проблем справлюсь. Да, я все еще могу двигаться. Я хочу стать намного, намного лучше. Понятно, продюсер. Могу я воспользоваться комнатой уроков еще какое-то время? Конечно. Но если покажется, что вы все-таки переусердствуете, то остановитесь немедленно. Да,
それじゃあ、今度はボーカルとダンスを個別に見ていきましょうか。問題点を。Итак, а теперь давайте перейдем к урокам вокала, а затем танцев. 笑い出して全体のクオリティを上げていきましょう。Как уже было сказано, нам нужно найти проблемные места и попытаться, скажем так, преодолеть их. Поведение. Чихая также становится еще лучше благодаря этим урокам, которые она преподает, так сказать, Кахо и Мирай. Ну, это хорошо, это хорошо. Они прямо вдохновляют друг друга. Привет, Тейврус. Чего? Это сейчас про что? Про слово коллаборация именно? Привет, Ниблер. Хорошо постарался, Ниблер. Кстати, да, нам теперь нужно так приветствовать друг друга на Идолмастере все-таки. Так, дальше. Макотушка. О, фак! О, фак! Ребят, в смысле? Почему? Что мы тут делаем? Эй, с Макото? Так, ладно. Походу, это будет интересный ивент. Так. Для работы... А, для работы, понятно. Для предстоящей работы Макото мы пришли в... место проведения свадеб. Так. Почему я должна изображать жениха? Продюсер, я же все время вам повторял, что я хочу быть принцессой. Когда мне сказали, что мне придется... Нет. Когда вы сказали, что это работа, связанная с невестами, я ожидала увидеть свадебное платье или что-то в этом роде. Однако, и все же в итоге... прости, так пожелал клиент. Да я понимаю, но... Но ведь... Просто, продюсер, вы это еще так сказали. Это работа, связанная с невестами. Вы так сказали, поэтому я ожидал, что буду невестой. Ну, прости. Мне нужно было сказать, что это... Просто, наверное, съемка, точнее, фотосъемка для свадебных брошюр. Хотя, возможно, я сама немного... Нет. Хотя, возможно, я немного перевозбудилась тоже и не слушала должным образом то, что вы сказали потом. Так, ну все, мы готовы к работе. Макото, пожалуйста. Примерьте костюм. Макото-сан. Да, я иду. Ну, думаю, я готова. Я пошла. Да,
полагаюсь на тебя. Кавайи Ханайоми-сан го шиккари эскорто штекимасе. Я поняла. Я пойду и составлю эскорт милой невесте. Ну, я бы тоже не против увидеть ее в наряде невесты. Хотя и смокинг ей тоже хорошо идет. Подходит. И несмотря на то, что Макото только что говорила, перед камерой она действительно, так сказать, вела себя как следует. Ну, как вам, продюсер? Ну, это было здорово. Отличная работа. Мне опять сказали, что я на принца похожа. Я, конечно, счастлива, что меня хвалят, но... Ну то яркое белое платье. Я бы тоже хотела ее надеть. Даже после окончания съемки она все равно не может избавиться от этих чувств. Ну, клиент был доволен, что у него получились действительно очень хорошие фотографии. Но в любом случае, прости, что вот так получилось. Не прощу. Хотя, милое платье было, букет тоже. Так что, ну... Но опять же, мне кажется, что это место проведения свадеб было воплощением мечты любой девушки. Куча цветов, все так сверкает. А еще эта арка такая милая. А? Продюсер. Ну, посмотрите туда. А, это же... Плюшевое животное, наверное. Не кресло же. А, ты про плюшевую игру... Плюшевого медвежонка? Да, вам не кажется, что он миленький? А еще у него такой... наряд миленький. Пушистый. Ну да. Он действительно миленький. А еще эти ленточки и платья... Которая на Макото. На Макото хорошо бы посмотрелась. Продюсер, вы понимаете, что мне нравится. Так, плюшевый медвежонок, да? Угу. Кстати, мне кажется, я действительно очень часто видел их на свадьбах. Да, их вывешивают на приветственной доске. А также ставят их на место жениха и невесты. Понятно. Ну, костюмы действительно миленькие. И прекрасно подходят под подобный праздник. А, если хотите, вы можете его взять, кстати. Это клиент сказал. А? Спасибо большое. А... Правда, можно взять. Да. Фотосъемка прошла действительно прекрасно. Мне очень нравится результат. И я вам очень благодарен, так что возьмите. Ой, я так рада. Спасибо. Рад за тебя, Макото. Да, я тоже счастлив.
てもいいですか？あ、смогу я оставить ее у нас в офисе? Конечно. Ура! Кума-чан, ну пошли вместе со мной домой. Е, ребят, у нас плюшевый медвежонок теперь еще будет в офисе. Макото, что держала в своих руках плюшевую игрушку, выглядела очень счастливой. Она выглядела как классно, так и мило, благодаря этому мишке. Ну, жаль, что нам не показали это, как выглядит со стороны. Ну ладно. Сейчас медвежонка увидим в офисе, скорее всего. Надеюсь. Привет, концентрат. Тейврус. А, понятно. Ты про что? Доброе утро. О, сюжет. А, нет. Ребята, пора примерить костюм для предстоящего события. Так. Я получил образец костюма, который будут одеты девушки на финальных отборочных. Итак, кого же я попрошу его одеть? Кого же? Кохаку? Нет. Харука? Нет. Чихая? Не знаю. Мики? Кибики? А, Такана. Рицку. Йой-йой. Макото. Лука все-таки. Юкихо, Адзуса. Серьезно. Так. А, Йори еще. Так, и... Так. Ами, Мами даже присутствует. Ну, все-таки возьмут Такана, Шизука. Тубаса. Серьезно, Цумуги. А, нет, давайте Цумуги. Для разнообразия. А, Цумуги, пожалуйста. Че, я? Ну ладно. Няша. Блин, а он идеально под нее прямо сшит как будто. Слушайте, а костюм-то ничего так. Мне нравится. Под Такана и Цумуги как раз вообще отлично смотрится. Правда, если честно, он мне что-то напоминает. Ну, не, ну ладно. Да, вот Fire Emblem мне напоминает. Прекрасный... Легкий наряд. Если вы будете так на меня пялиться, я буду слишком сильно озадачена в замешательстве. Да-да-да. Во. Костюм лидера из Fire Emblem. Так. Ну, ты же, типа, модель для этого костюма сегодня. Я хотел посмотреть на него как следует. Ну что ж, к концу месяца будет готов костюм для всех. О, господи, вот этот мишка. Ой, блин. Тоже хочешь такую, Нуар? Так.
Итак, сегодня мы можем на работу или на особое выступление. Так, тут у нас пройдено все. Так, ладно, давайте пойдем с какой-нибудь песни. Вот, например, с этой. Не, давайте с дэнс пойдем. 7, 6, 6. Отлично. Интересное название ивента, ребят, вы не находите? Привет, Вилды. Idol.exe. Midlay Battle. Да, он нам не по зубам. Хотя кто его знает? Так, сегодня у нас общение с девочками. Это хорошо. Так, чихая. Давайте с Макото начнем. Так. Карате, серьезно? Я пришел сюда, потому что слышал, что девочки решили заняться карате в свободный день. И довольно необычный состав я тут нашел. Согласен. Так. Нужно чуть сзади. Нужно улучшить форму. Поднять бок и потом хова. Вот так, да? И хова. Да-да, вот так. Сэй. О, это клёво получило. Эй, пройдёся. Ну, как вы думаете, Амана справляется? Ну, Амана, это круто было. Амана будет больше стараться. Неплохо, Амана-сан. Продюсер, а теперь смотрите на меня. Так. Ну, конечно, Цубаса, я смотрю на тебя пристально. Ура! И? Стойте, это действительно сделает меня популярной моделью? Да, я уверена. Но в любом случае, вы обе не думайте об этом сейчас слишком много. Вот, смотрите, сосредоточьтесь еще раз. Готовьтесь, кулак наружу и вперед, бей. Ну, что-то я... Как-то странно себя чувствую, ну ладно. Надо было Анзу, да, действительно. С какой целью все они тут собрались? Но как бы то ни было, Макото, вижу, это нравится. Ну что ж, на сегодня заканчиваем с тренировкой. Хорошо постарались все. Хорошо постарались. Карате — это так весело, не так ли? Да, было приятно так много подвигать телом. Макото-чан!
Спасибо за тренировку, карате. И спасибо, что пригласила. Значит, это была тренировка? Это Макото вас всех собрала? Да. Макото спросила, не хочу ли я потренироваться. Ну и также подумала, что мне стоит научить девочек этому. Да и сама не занималась давненько карате, поэтому решила тряхнуть старину, так сказать. Для идолов очень важна физическая подготовка. Такие тренировки тоже важны. А если будешь халтурить, то можешь потерять все. Понятно, ну, Макото, ты была хорошим тренером. Я бы тоже хотел как-нибудь попробовать карате. Правда? Продюсер похвалил. Ну что ж, тогда на этом мы закончили с тренировкой. А теперь давайте начнем девичник прямо сейчас. Продюсер, не хотите вы присоединиться к нам? девичник, как бы здесь, в смысле, а мне что, можно присоединиться? Ну, если вы, продюсер, заинтересованы в девичнике, то вы можете присоединиться к нам. Мы хотим обсудить, как можно стать милее и привлекательнее. Звучит весело, да? Продюсер, вас что-то беспокоит? Ну, девичник... Эй, ладно. Что именно вы имеете в виду? Так, стоп. Ну и так, мы устраиваем его втроем. Этот девичник я устраиваю вместе с остальными тремя. Цубаса и остальными. Они все три очень миленькие, поэтому я подумала, что могут дать пару советов, как стать милее. Акото-тян, ты слишком нас перехваливаешь. Но, сказав такое, Нана стала очень взволнованной. Простите, но, к сожалению, у меня тут внезапная работа появилась. Я вспомнил про нее, так что вы не спешите, а я пойду. Да, не беспокойтесь, продюсер. Я заставлю всех сказать мне все как надо. Поэтому не удивляйтесь в следующий раз, когда вы увидите, насколько я милой стала. А в следующий раз... Да, конечно, жду с нетерпением. Да, идолы, что помогает друг другу прокачать свою харизму. Это хорошо. Так, понятно. Так, сгибаться вот так, да? Да-да, вот так. Макото-тян, у тебя талант. Чё они там сгибают? Макото, сам, ты такая миленькая. Ладно. Так, исходя из того, что я слышу, вроде у них там ничего
Небезопасного не происходит. Хотя не знаю почему, но эти слова, которые я услышал, только что меня беспокоят. Хорошо, тогда как насчет того, чтобы попробовать совместить все, что ты только что сделала? Хорошо? Я попробую. Так, правая рука здесь. А ногу вот под этим углом, да? Так, потом голос как можно ниже и сказать кеха. О, господи. Так, еще раз. Стоп, что они делают из нее? Ну да. Еще одну кирари. Только что этот голос. Ну ладно, неважно. Главное, что она ладит со всеми хорошо. Я не знаю, как это комментировать. Ладно, давайте сделаем перерыв.